младшая группа ансамбля «Фантазеры». Спасибо, наши ежики. Вы, конечно, наши звездочки. До свидания, ежики. Звезды – космические объекты, выделяющие колоссальное количество тепловой энергии. Выделение тепловой энергии сопровождается мощным световым излучением. Этот свет, дошедший до нас, мы и наблюдаем. Ну как о звездах судим? Хоть яркие, но бесстрастные. А звезды живут по-разному, а звезды живут как люди. Одни будто сверхкрасавицы, надменные, величавы. Другие же улыбаются, застенчиво и лукаво. Взгляните, какие разные! То огненно-золотые, то яркие, то алмазные, то дымчатые красные, то ласково-голубые. А как поют юные звездочки, мы сейчас услышим на сцене младший хор Центра детского творчества.
Спасибо большое, младший хор. Волновались? Нет. Нет, ну конечно. Но вы пока спускаетесь, я буду про вас немножко рассказывать. Этот хор уже прошел такой дебют у них на городском конкурсе «Гармония» в марте месяце, который у нас проходил в Центре детского творчества. Наш младший хор занял первое место. И они очень радовались этому, а больше всех этому радовались родители. Да, вы можете еще взглянуть в зал к своим родителям, помахать им ручкой, да, улыбнуться. У нас сегодня все улыбаются, сегодня кредо нашего концерта – это улыбка звездная и солнечная. Танец. Праздник в Иерусалиме. Коллектив народного танца «Школьная пора». Разных народов, и белорусские, и еврейские, и русские, и латышские, и литовские. Так что молодцы. Спасибо большое. А на сцене все готово к выступлению юного баяниста. Федосеев Егор исполнит русскую народную песню «Подгорка». Thank you.
Спасибо большое, Егор. У тебя костюм соответствует этому образу. И вообще могу сказать, что наших баянистов и аккордеонистов очень хорошо принимают на всех концертах, особенно наши ветераны. Вот все говорят, современные дети, им только гаджеты подавали. Нет. И народная культура им тоже близка и знакома. Это очень здорово. А мы продолжаем наш рассказ о звездах. Десятки ярчайших звезд на нашем небе по возрастанию яркости относятся. Сейчас будут такие названия интересные. Ригель – это редкий голубой сверхгигант. Она в 120 раз ярче Солнца. Капелла – это странная звезда, поскольку на самом деле эти два красных гиганта температуры сравнимы с солнечной. Вега – самая яркая звезда на летнее из летне-осеннего треугольника. Она находится всего в 25 световых годах от нас, а также довольно молодая. И возраст ее всего 400-500 миллионов лет. Арктур – оранжевый гигант. Это ярчайшая звезда северного полушария. Она в 170 раз ярче, чем Солнце. Альфа Центавра. Вот это сразу какой-то фантастическим фильмом, рассказом от нас уводит. Альфа Центавра состоит из ближайших к нам звезд, поэтому ее расположение влияет на ее видимую яркость. Ведь до нее всего 4 световых года. Канопус – сверхгигант белого цвета. Канопус 15 тысяч раз превышает по яркости Солнца. И это вторая из ярчайших звезд в ночном небе, несмотря на расстояние в 310 световых лет от нас. Сириус. Она часто мерцает, так как ее яркий свет может проникать через нижние слои атмосферы лучше, чем свет других звезд. Она 25 раз ярче Солнца. Ну, смотрите, сколько мы информации с вами прям по астрономии услышали. Очень интересно. И какие-то названия необычные дают наши ученые. И тоже это, наверное, не случайно. А мы продолжаем нашу встречу. И на сцене у нас музыкальная композиция «Праздник в Барселоне». Во мраке. Только на лужайке звездный свет проливал свое трепетное сияние. В воздухе пахло дикими фиалками, и кусты как будто толпились под темными арками высоких деревьев. Вот такое лирическое отступление, и мы приглашаем вас полюбоваться Барселоной.
Я так увлеклась просмотром этого танца, знаете, такие красивые испанки, такие импульсивные испанцы. Я в один момент думала, сейчас здесь появится уже и бык с коридой. Да, вот так вот. Здесь жаркая обстановка, Испания дала о себе знать. После такого танца, конечно, хочется немножко оказаться на нашем русском лугу. И танец, который мы сейчас увидим на улице «Дождик». Thank you.
Этюд в розовом был исполнен юными балеринами ансамбля «Фантазеры». Вы знаете, такая мелодия навевает на такое желание где-то в летний вечерок сесть на качели и взглянуть на звездное небо и посчитать, сколько же там звезд. По-моему, у каждого возникал такой вопрос, а сколько же звезд на небе? Ну, наши ученые давно это считают. И целые притчи, истории про это складывают. Но сегодня мы можем дать такой ответ. Звезд на небе триллион триллионов. Устраивает нас такой ответ? Мне кажется, даже это по цифрам изобразить очень сложно. Но, тем не менее, для романтического вечера знать, что на небе триллион триллионов, и ты слушаешь такую замечательную музыку, это очень красиво. А на сцену приглашается... Почти триллион триллионов поющих звезд. Средний хор. Встречайте, пожалуйста. У среднего хора тоже такая активная очень история в этом году. Они тоже победители конкурса «Гармония» в своей возрастной категории. Они очень активно принимают участие во всех районных и городских мероприятиях и концертах, которые проходят в Центре детского творчества. Их очень любят наши ветераны, звонкие голоса и улыбки. Ребята, вы улыбаться любите? Да! Да! А вот теперь улыбнитесь и с хорошим настроением исполните свои произведения. Солнышко, солнышко.
Спасибо большое, юные артисты. Аплодисменты мы их провожаем, чтобы было приятно. Улыбаемся. Как у нас сегодня творческий отчет и концерт, могу сказать, что уже вот на данный момент коллективы Центра детского творчества, которым занимается около 2000 человек, на данный момент получили в нашу копилку порядка 200 дипломов и грамот разного уровня и разной направленности. И это вот как раз тот самый результат работы, который показывают и дети, и педагоги. Ну что ж, мы продолжаем нашу встречу. Сколько звезд и других знаков отличия на военных гимнастерках? Танец, эх, путь, дорожка, фронтовая. Yeah.
Спасибо большое, школьная пора. И продолжит военную тему, тему побед, тему гордости за нашу Родину. Песня «Птицы» в исполнении музыкального театра «Гиверки Смерти». Называли мир или Вселенную космосом, что в буквальном переводе означает порядок. Космос – это единственная в своем роде природная лаборатория, дающая человеку возможность исследовать ряд вопросов, касающихся мироустройства, познать законы окружающего мира. Современные понятия космоса включают все пространство Вселенной, в том числе и Землю. Околоземное и межпланетное пространство. Что такое космос? Глазами юных художников Центра детского творчества.
можно увидеть на Земле и в космосе. Как приятно, что это рисуют наши дети, как приятно, что они умеют мечтать. А может быть, кто-то из наших учащихся когда-нибудь полетит в космос, как Юрий Гагарин или как другие космонавты. А сейчас подарок. Авторская песня руководителя ансамбля «Перспективы» Смирновой Юлии Валентиновны «Тихо плачет за окном рассвет». Четверг они выступают в арт-ликоре, они дают сольные концерты в 7 часов вечера, и всех приглашают на свои выступления. И кроме этого они участвуют во всех мероприятиях и дают выездные концерты. Так что любовь к музыке, которую привела им педагог, очень им помогает. А на сцене русская народная песня «Матушка, что во поле пыльно». Thank you.
звезды, много о нас говорят. Им с небес абсолютно все видно, ведь не зря они ярко горят. Танец — весенний вальс, ансамбль бального танца — реверанс. Ты там еще вот стойку убрал, цены Димы не было, как раз напротив проекта поставили. С ней, это очень пригодится мужчинам в будущем. А мы продолжаем нашу встречу. Большим событием в культурной жизни Центра детского творчества стала телепрограмма на канале «Твой Пушкинский. День сказки с Лучитошкой». Вот поднимите руку, кто видел хоть один репортаж. Плохо смотрели. Надо открывать интернет. У нас уже вышло 16 выпусков. Это телепрограмма, которая включает в себя много нюансов. Это встреча с тетушкой Олей. Это по народной культуре. Советы педагога. Забыла, как правильно звучит. Лучше посмотреть по телевидению. Мастер-классы всех наших педагогов. И мастер-классы, которые проводят ребята. Передача начинается с песни, которую поют солистки театра «Дивертисмент» наши. Пожалуйста, вас приглашаем на сцену. И мы сейчас вам покажем кусочек, совсем маленький кусочек нашей передачи «В гостях у сказки». Лучитошка, Лучитошка, погости у нас немножко, пусть вечер.
начинаются все выпуски телепередачи. А сейчас мы покажем вам ролик, видеоролик, посвященный празднику 8 марта. Девочки, мы поздравляем вас с праздником весны.
До свидания, друзья. Тепло и смеха. Ребята, у нас есть наша традиция, когда мы все крикнем не спасибо, а поздравляем. Мы поздравляем, что мы живем с вами в самом хорошем городе. Мы поздравляем всех, что у нас самые замечательные родители. Мы поздравляем всех, что у нас самый замечательный центр детского творчества. И общими нашими усилиями и ветром перемен мы надеемся, что у нас будет новое здание. Мы к этому очень стремимся. Мы рады, что у нас такие работоспособные, умные, талантливые родители. Спасибо вам большое. Мы благодарим всех. Мы всех очень любим. Мы всем желаем добра, тепла и света. И что мы кричим? Нет, давайте все-таки поздравляем. Поздравляем, да? На раз, два, три мы громко скажем. Раз, два, три. И еще одна песня, которая сейчас прозвучит, у нас есть с вами возможность ее подпевать. Это все про звезд, которые и на небе, и на земле, которые нас радуют своим сиянием, звездное сияние, чтобы оно озаряло всегда и наш центр детского творчества, и нашу страну, и наш город. Ребята, сейчас мы будем петь.